День 15 февраля в нашем городе, дата вывода советских войск из Афганистана, оказался богат на события военно-патриотической тематики. Школа номер 11 присоединилась ко всероссийской акции «Парта героя». Посвятили ее памяти выпускников школ, в разное время погибших во время службы за пределами Родины. Татьяна Кузнецова расскажет подробности. Андрей Сизиков, Сергей Шурмилев и Дмитрий Сяськин. Эти имена знакомы каждому ученику школы. С сегодняшнего дня увидеть лица героев можно не только на мемориальных досках, но и на ученической парте. Парта героев в нашей школе посвящена всем трем парням, погибшим во время боевых действий за пределами Российской Федерации. Сегодня в присутствии Любови Михайловны мы торжественно открываем, официально открываем эту парту. И после линейки она будет занесена в кабинет 313 для участия в учебном процессе на неограниченное время. Парта героя – это ученический стол, на котором размещена фотография героя войны, его биография и военные заслуги. Почетное право сидеть за партой героя получат отличники, призеры и победители олимпиад, а также спортсмены. Дата открытия символична – 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В этой горячей точке положил жизнь ради свободы людей один из выпускников школы. Мне очень понравилась акция «Парта героя». Ребятишки, те, которые садятся за эту парту, во-первых, они чувствуют большую ответственность. Только это память на уровне подсознания, это память и тех, кто находится рядом с этими детьми. Теперь достойный пример мужества и героизма для учеников буквально всегда будет перед глазами. И герои будут жить, пока жива память о них.